В очікуванні наступного колективу дуже розраховую на пораду Олексія Іго. Від самого донецького кастингу розсудливий суддя геть не розуміє загального захоплення дивакуватим дуетом Олександра та Вадима. Я подозреваю, что у такого коллектива экстремальный голосовательный потенциал. Я предчувствую. Спасибо большое. Коллектив, который был сейчас, он у нас до сих пор существует не благодаря, а вопреки. Который в наколках, он перестройщик-бизнесмен, который постоянно имел дело с милицией, а вот второй милиционер бывший. Такую, они решили экстрим испытать. Давай, заруби. Реально, вот это все приносит кайф. Поет моя душа, мы реально, мы не знаем ничего в этих нотах. Вот я, кроме того, что до ре ми фа соль ля си, вот просто название знаю. Больше ничего вообще не знаю. Пишу любви у нашей села подарика. Вот X-Factor это, наверное, самый яркий момент на сегодняшний день, который произошел в жизни. Согласен. Новые ощущения, которые вот в наше, ну, как бы в наши года уже как бы тяжело получить. Ты понимаешь, что тебе вообще классно, ты все дальше заходишь, заходишь. И вообще понимаешь, что ты вот движешься туда, куда надо. А вот вы где? Здравствуйте. 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 Ну, здравствуйте. Здравствуйте. На настроение у вас хорошее, боевое? Да, боевое. Мы заряжены полностью и готовы идти. Отлично. Тогда я вас жду с новостями. Хорошо. Спасибо. О. Прекрасно. Александр и Вадим. Добрый день. Добрый. Добрый день. Как настроение? Боевое. Боевое? Штаны, конечно, зачетные. С Донецка. Не, вот эти. С Донецка Донецкие. Сам, да. Модель, да. Ну, и что поете? Ялта, Ялта. Ялта. Только мы там трошки переделали в такой танцевальный хит больше. Ну, давайте. Отлично. Хитуйте. Давайте. Алло, гараж, дівчата, ми їдемо на море. Не в Турцію, Єгипет, а наш адрес Юбика. Біцухи підкачали, ага. Очки від сонця взяли. Взяли. На пляжі зразу видно крутого чувака. Це бурові на сонці, да. Ми зайчиков пускаємо. До йома еротично, вчорашню пахлаву. І в темних окулярах подруг собі шукаємо. Я після пахлави їх інтелектом розірву. Ты секси, детка, это ЮБК. Эй, ты секси, детка, оп-оп-оп, это ЮБК. Мы кубики на прессе конкретно напрягаем, коли проходит мимо достойный контингент. И кожен з них, конечно, креветки предлагаем. Креветки та солёни и пивка целый пакет. Мы по колено в море, ага. Лапаємо медузы. Широко від захоплення повідкривали рот. Дівчата романтично за нами наблюдають і дуже інтенсивно втихають з моря йод. Ялта, Ялта, это Ялта, женщины и я. Та це супер Чингисхан, Чорне море, океан. Чорне море, 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 море. Секси, детка, это ЮБК. Эй, ты секси, детка, это ЮБК. Это Донбасс стайл. Донбасс стайл. Отлично, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.
Перформанс был. Перформанс был, да. Штаны спадали только. Да мы видели. Но это оригинально. Ну да. Ребят, все? Почули? Спасибо большое. Спасибо. Да, мы с Лешей сейчас вас начинаем обсуждать. Спасибо. Спасибо. Вот они вот в таком стиле постоянно работают, но им в зачет, конечно же, энтузиазм. Ну, жалко, что недоделанный номер просто. То есть, видишь, он придумано все замечательно, но что-то ребята не удосужились там, ну, хотя бы там синхрон какой-то чуть-чуть танчики, да, придумать. Ой, ну вы вжарили. Просто... Секси-детка получилась. Да, это вам было, секси-детка. Да? Вы такая красивая, чаревная детка. Ой, спасибо. Наконец-то я от вас комплимент дочекалась. Да, ну, молодцы. Ну что, будем ждать? Спасибо, конечно, будем ждать. До завтра. Все, спасибо.